Сразу к существу темы. Вот я бегу в оранжевой майке, в зеленых джинсах. В руках у меня мобильный телефон, на котором активирован Wi-Fi. А в руках у моего корефана камера Action, на которой тоже активирован Wi-Fi, которая в данный момент управляется с мобильного телефона. И пытаемся мы определить расстояние, на котором достаточно надежно можно управлять Wi-Fi камерой и принимать с нее информацию. А как все начиналось? Вот этот прикольный наборчик, который стоил, я уж не помню, что-то около 5000 рублей. И пытается. Ну, самая ценная была камера. И вот, собственно, возникла мысль. Функция у нее главная — это дистанционное управление. Но это на 433 МГц. То есть позволяет нажимать фото, а там прочее, зарядка аккумуляторов, два аккумулятора я брал запасной. Но главное, кроме водонепроницаемости, у этой камеры функции — это наличие USB режима. То есть вот сейчас покажу. О, USB, говорю, Wi-Fi режима. То есть вот мы включили камеру. Мы можем по Wi-Fi ее управлять. Но как-то недосуг было на природе. Особо это было не важно, да? А вот здесь вот у меня возникла наконец идея проверить дальность, насколько она вот в Wi-Fi режим. И мы можем ее, значит, определять как Wi-Fi устройство. Вот. Здесь не видно, сейчас покажу на компе. То есть вот она появилась, вот она. Вот это устройство. Да. Ну там пароль, все дела. И передавать информацию. Ну и полный. Не только передавать, то есть стоит на мобильном телефоне, на Android. Сейчас включаю. Да что там? Все, выключил. Значок погас. Стоит на андроиде программка, и эта программка, соответственно, команда. И возникла мысль посмотреть, насколько далеко можно ее управлять. Ну, с учетом того, никаких антенн все-таки на камере нет, и телефона тоже достаточно, все компактно. И вот что получилось вот это. Ну вот что я хотел, ребятки мои дорогие, добавить, зрители. Америку я не открою, ну вот, что есть такая программа, да. Ну, их много программ, но вот в частности вот эта, 4K-бокс, в которой я могу камеру запрограммировать. Ну, она сейчас ругается, потому что камеры нет. Вот она. Снимает. То есть суть эксперимента. Суть эксперимента крайне проста. Ух ты. Программа ругается, да, по-китайски. А чё ж это она? Ну, суть такая, что... В общем-то, мы... Я его что, даже свернуть не могу. 4K-бокс. А, нет, могу. Ну вот, мы снимаем, в общем, вот этот проект. Проект с камерой, да. Хотя как-то хреново снимаем, но все равно. Ну вот сейчас я останавливаю. В общем, как оказалось, Wi-Fi работает при наличии андроида и камеры. Где-то устойчиво на 35 метров. То есть на 30 метров можно перегонять практически максимальном разрешении изображения без особых стробов. А вот на 40 уже больше 1000 не идет нормально. И не всегда устойчиво срабатывает. Ну а на 45 связь с камерой обрывается. То есть, ну, это вот на такой открытой площадке. Вот сейчас я подойду, дам команду выключить. Где-то на 38 метров, и съемка закончится.